Первые медали вручили сегодня в честь 70-летия Победы. Награды получили 7 ветеранов, живущих в поселке Ненокса. Эти люди во время войны трудились на оборонительных работах, а после вернулись на родину. В списке награжденных пока 9 человек, однако прийти смогли лишь 7 ветеранов. Остальные награды получат дома. Еще 3 отметят в ближайшие дни. Администрация Ненокса сверяет все необходимые документы, чтобы вручить заслуженные юбилейные награды.